Хочу прочитать из 102-го псалма Давида. And I'm going to read from Psalm 103. Этот псалом очень хорошо знаем. We all know this verse very well. Потому что в нем сокрыты большие богатства, которые мы имеем. Because there's riches in this that we have. Давид говорит такие слова. And David says these words. Благослови, душа моя, Господа. Let all that I am praise the Lord. И вся внутренность моя святое имя Его. With my whole heart I will praise His holy name. Благослови, душа моя, Господа. Let all that I am praise the Lord. И не забывай всех благодеяний Его. May I never forget the good things He does for me. Он прощает все беззакония твои. He forgives all my sins. Исцеляет все недуги твои. And heals all my disease. Избавляет от могилы жизнь твою. He redeems me from death. Венчает тебя милостью и щедротами. And he crowns me with love and tender mercies. Насыщает благами желание твое. He fills my life with good things. Обновляется подобно орлу юность твоя. My youth is renewed like the eagles. Господь творит правду и суд всем обиженным. The Lord gives righteousness and justice to all who are treated unfairly. Здесь Давид говорит о величайшей Божьей любви. And David here is talking about the magnificent love of God. Которая проявляется к нам каждый день. Which is renewed to us every single day. Он прощает нас. He forgives us. Он исцеляет нас. And he heals us every day. Избавляет от могилы нашу жизнь. He redeems us from our life problems. Он защищает всех обиженных. And he protects all those who are hurt. И здесь Слово Божье говорит о Божьей верности. And this scripture is talking about God's faithfulness. Это то, чем Бог занимается постоянно. This is God's business every single day. Бог никогда не выходит из своего бизнеса. God never walks out of his own business. Вы знаете, иногда люди открывают бизнес. And sometimes people open up a business. Продают какой-то товар. They begin to sell an item. И говорят lifetime warranty. And they will put a lifetime warranty on that item. А потом компания закрылась. But when their company closes. И все гарантии закончились. All the guarantees are over. Но наш Бог живой во веки веков. But our God is forever and eternal. И Он никогда не выходит из бизнеса. And He will never walk out of His business. Он всегда спасает. And He will always save us. Он всегда исцеляет. He will always heal us. Он всегда освобождает. He will always deliver us. Изменяет жизнь. He changes us. Обновляет подобно орлу нашу юность. He renews us like eagles. Поэтому это вызывает нашу любовь. And this calls out the love in us. Вызывает веру в нашем сердце. This stirs the faith in our hearts. Доверие нашим Богу. The faith to our God. И глубокую благодарность Ему. And with a deep gratitude. Поэтому Давид говорит: благослови, душа моя, Господа. So as David says, let all that I am praise God. Скажи соседу: благослови сегодня, Господа. So say to your neighbor, praise God today. Душа моя, благослови, Господа. All that I am will praise God. Бог на престоле. God is on his throne. Спасает, исцеляет. He is healing and saving today. Освобождает и изменяет. And he is freeing and changing us. И ему принадлежит вся слава. And to him all the glory goes. Аллилуйя. Glory to him. Давайте мы поднимемся. Let us stand up to our feet. Подними свои руки. Let's raise our hands together. Пусть твоя душа сегодня прославит Господа. And let your soul worship God right now. Let your soul bless God right now in the name of Jesus. Аллилуйя. Благословен ты наш Господь. Благословенно святое имя Твое, наш Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа мы сегодня стоим пред Твоим лицом. В Твоем отцовском доме, Отец, мы благодарим Тебя за Твою милость и Твою любовь. Сегодня наша душа благословляет Тебя, ибо Ты достоин славы, наш Бог. Аллилуйя Тебе, аллилуйя Тебе, аллилуйя Тебе. Ты на престоле, Ты никогда не изменяешься. Ты великий Бог, Ты любящий Бог, Ты добрый Бог, Ты спасающий Бог, Ты исцеляющий Бог, Ты освобождающий Бог, Ты обновляешь нашу юность. Отец, благодарим Тебя, Отец, благодарим Тебя за кровь Сына Твоего Иисуса Христа, который уничтожает наши грехи. Благодарим Тебя за раны Иисуса, который исцеляет все наши болезни и немощи. Благодарим Тебя за смерть и воскресение, в которой наша победа и наша вечность. Жизнь. Мы благодарим Тебя, мы благодарим Тебя, мы превозносим Тебя, мы поклоняемся Тебе, мы любим Тебя, мы величаем Тебя, аллилуйя Тебе. Ты один во всей вселенной, достоин славы и чести, Ты один достоин хвалы и благодарности, нет подобного Тебе, и мы в смирении нашего сердца приносим Тебя жертву хвалы, мы величаем Тебя, мы превозносим Тебя, и мы поклоняемся Тебе. Ты царь царей, Ты Бог богов, Ты Господин нашей жизни. Слава Тебе! И наше сердце открыто пред Тобой. Отец, посылай Твое Слово. Пусть оно сегодня проникает.
проникает в наше сердце. Да приходит Твой свет, да приходит Твоя жизнь, да приходит Твое спасение, да приходит Твое исцеление, да приходит Твоя свобода, да приходит Твой свет и Твоя истина во имя Иисуса. Пусть сегодня Твоя слава наполнит каждое сердце, да придет Твоя вечная жизнь, да уйдет всякая болезнь, да уйдет всякая немощь, да уйдет всякая тьма, да уйдет всякий грех, да разрушатся всякие цепи. Во имя Иисуса мы провозглашаем Твою победу, Твою власть, Твою силу, Твое могущество, могущество Твоей крови и силу Твоего воскресения. Во имя Иисуса Христа, Отец, пусть Твой мир сегодня наполнит каждое сердце. Пусть сила воскресения сегодня придет в каждое сердце. Во имя Иисуса Христа, да утвердится Твоя власть, Твое царство, Твое величие, Твое могущество. Во имя Иисуса Христа мы смиряемся пред Тобой, мы поклоняемся Тебе, мы любим Тебя и превозносим Тебя. Тебе слава, Тебе честь, Тебе хвала и благодарность нашему Богу во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал: аминь. Воздайте Богу славу.
прославляем Тебя, Господь. Прими жертву хвалы из уст наших. Мы хотим прославить Тебя, Господь. Мы хотим возвеличить и воздать Тебе хвалу за то, что Ты живой Бог. Аллилуйя! Мы спасены благодатью и через жертву крови Христа. Жертва Иисуса Христа, я спасен от огня. Ранами Иисуса Христа я исцелен, нет сомнения. Кровью Иисуса Христа я омыт от греха. Через смерть Иисуса Христа мне дана жизнь вечная. Жертва Иисуса Христа я спасен от огня. Ранами Иисуса Христа я исцелен, нет сомнения. Кровью Иисуса Христа я омыт от греха. Через смерть Иисуса Христа мне дана жизнь вечная. Благослови, душа моя. Душа моя, Господа, Бога.
мы омыты и оправданы Твоей кровью, Господь. Спасибо Тебе за то, что ранами Твоими мы исцелены, Иисус. Нам есть за что славить Господа. Он подарил нам свободу от греха, свободу для вечной жизни. Аллилуйя, Иисус, слава Тебе. Ты наша твердыня. Хвалите, хвалите Бога Небес. Oh,
достоин, ты прекрасен, ты велик, ты всемогущий. Поклоняемся тебе, Иисус, Искупитель наш, живой. Yeah.
ты один. Господь и Бог наш. Аллилуйя, слава тебе, Отец. Аллилуйя, слава тебе. Слава тебе. Мы воздаем тебе хвалу сейчас и надеемся воздавать тебе в вечность. Мы готовим наши сердца сегодня для того, чтобы в вечности всегда славить Тебя, Господи. We are preparing our hearts today to praise You in eternity. И Дух Святой, живущий в нас, это залог того, что эта благодарность не прекратится. And the Holy Spirit that lives within us is a promise that this will never end. Мы благодарим Тебя. We thank You. Превозносим. We exalt You. Возвеличиваем Господа силу. We love You. Только в Тебе. And only in You. Наш мир. Our peace. Наша радость. Our joy. И твердость Духа, которой Ты облекаешь нас. And the strength of the Spirit. Чтобы мы всегда могли Тебя славить. So that we can always worship You. Иногда нам трудно. And sometimes it is difficult. Иногда печаль в сердце нашем. Sometimes there's sadness in our hearts. Но мы все равно будем славить Тебя, Господи наш. But nevertheless, we will still praise You, our Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ибо в этом есть радость совершенная. For in it is the joy and joy in fullness. В этом есть полнота Твоя, слава Тебе, Господи. It is Your fullness. Praise be unto You. Благодарим Тебя, Отец. We thank You, Father. Что Ты наполняешь сердца наши миром, покоем. That You fill our hearts with peace. Что мы можем ходить в любви Твоей. We can walk in Your love. И пребывать в собрании святых. And remain in the gathering of the holy people. Слава Тебе. Glory unto You. Братья и сестры. Brothers and sisters. Я вспоминаю, где-то мне, наверное, лет 22, я не знаю, сколько мне было. I remember when I was about 22. И я поехал в Грузию. And I went to Georgia. Georgia. И я был просто для них верующий с Молдавии, приехал в гости. Они меня не знали, я их не знал. And I was just a believer from Moldova. I didn't know them, they did not know me. И эти люди там, я не помню, сколько я там был, несколько недель. And I remained there for a few weeks, and these people. И они меня мало того, что поили, кормили. And they fed me, they gave me drink. Они меня возили везде, где только можно было. And they brought me to many different places. И это были разные люди, не одна семья. Они просто это были верующие в Тбилиси. And these were different people, believers. И я вот сейчас вспоминаю просто задним числом. And right now, as I'm remembering, reminiscing of this. У этих людей были заботы, были дела. Я уверен, у них было, что им, чем им заниматься. Было. And although these people had their own cares and things that they needed to take care of, и они все оставили, and they left it all, и заботились обо мне, and they took care of me. Это удивительно. Я во многих местах бывал, но вот именно там это запало в мое сердце. And it's quite amazing. I've been to many different places, but this particular one just stayed in my heart. Насколько они самоотверженно посвятили мне время. It was how selfless they are in dedicating their time to me. И я был никто, не великий проповедник, никто. And I was no one. I was not a great preacher. И Павел. And Paul. Во 2 Коринфянам, 8 глава, с 3 стиха, говорит так. «Ибо они доброохотны по силам и сверх сил, я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дары и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией. 2 Corinthians chapter 8, verse 3. For to their power I bear record, and beyond their power they were willing of themselves, praying with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. And this they did, not as we hoped, but first gave their own selves to the Lord, and unto us by the will of God. И тут интересный оборот, он говорит, сначала Господу,
отдали. Это то, что мы все сделали. Каждый из нас, мы отдали себя Господу. And it's interesting what it states here, that they first gave themselves to the Lord, just like we are to give ourselves to the Lord first. А потом он говорит, по воле Божией и нам. And then he says, and according to the will of God, to themselves. Так вот, я так для себя положил, что это у нас обычно так. Мы все равно знаем, что наш доход столько-то, и мы должны ложить столько-то. And so sometimes for us we know that our salary is such and such, and this is how much we should devote to God. Но Бог ценит, как мы всегда вспоминаем эту вдову. То есть не когда мы ложим от того, что у нас есть в кошельке, а когда мы ложим от того, что есть на нашем сердце или в нашем сердце. But God really cherishes when we give out of our hearts, just like the widow gave out of her heart. Как эти люди в Грузии. Я не знаю, много ли имели, мало ли не имели, но они так позаботились обо мне, что я запомнил на всю жизнь. And just the same as these people in Georgia, they maybe did not have much, but they cared for me with all that they had. Так как мы в церкви Божией будем заботиться о друг друге точно таким же образом. And just as we are in the church of God, we are to take care of each other, just like God takes care of us. Да будет прославлено имя Его. And may His name be blessed and praised. Аминь. Amen. You may all be seated. Слава Господу. Glory to God. Бог долготерпелив и много милостив. God is merciful and patient.
Я хочу обратиться к родителям. Сегодня нет воскресной школы. Пожалуйста, обратите внимание, где ваши дети. I want to say to the parents, you know, there's no Sunday school today, so pay attention to your children. Мы приветствуем всех, которые посетили это собрание. We greet everybody who is here today with us. У нас сегодня особенное собрание. We have a special service today. Мы будем говорить о страданиях и смерти Господа нашего Иисуса Христа. We are going to talk about the suffering, the death and resurrection of our Lord. Но прежде чем мы об этом будем говорить, but before we go there, я хочу всех приветствовать словами. I want to greet all of you with words. Христос воскрес. Christ is risen. Слава Ему. Glory to Him. Потому что если бы Он не воскрес, because if He was not risen, мы бы сегодня не говорили о Его смерти. We would not talk about His death today. Библия говорит, что если Христос не воскрес, то тщетна наша вера. The Bible says that if Jesus, if He was not resurrected, what is our faith? It's futile. И тщетны наши жертвы, которые мы сегодня приносим. And the sacrifices that we bring today. Я хочу немножко коснуться именно жертвы. And I want to talk specifically about sacrifice today. О Авеле сказано, что он верой принес лучшую жертву. It says that Abel brought a better sacrifice. Оказывается, были разные жертвы. And apparently there were other types of sacrifices Его брат that somebody Каин could bring. Тоже принес жертву. Because Cain, his brother, brought a sacrifice as well. Но почему-то о Авеле сказано, что его жертва была лучше. But for some reason, the Bible says that Abel's sacrifice was better. И эта жертва и сегодня свидетельствует. And this sacrifice today is a witness. Она свидетельствует о его праведности. It talks about his faithfulness Потому and his righteousness. Потому что он верой принял. Because he accepted it, and жертву. He brought it with faith to God. Очень важно, как мы приносим наши жертвы. So it's important how we bring our sacrifices. Вы знаете, лучшая жертва, the best sacrifice, это вовремя приходить в собрание. Is coming to church on time. Это тоже жертва. This is also a sacrifice. Не доспить 10 минут, to get up 10 minutes earlier, и прийти вовремя в собрание, and come to church on time. Пожертвуй своим временем. Sacrifice your sleep for it. Общительность, это есть жертва. Fellowship is a sacrifice. Не спи, когда есть собрание. Don't sleep when the service is Приходи going on. Во всякое время, когда здесь есть собрание. Come when there's always a gathering. Это есть жертва. This is also a sacrifice. И Бог любит жертвы. God loves a sacrifice. Потому что Он сам принес жертву. Because He Himself brought a sacrifice. Жертву совершеннейшую. The sacrifice that He brought. Через которую мы сегодня имеем прощение грехов вечную жизнь. Of righteousness that we can all partake of today. Слава Ему. And glory to Him for that. Аллилуйя. Glory to Him. Итак, братья и сестры, мы приготовим наше сердце. So right now, brothers and sisters, let us prepare our hearts. Я подчеркиваю наше сердце. I underline our hearts. Сегодня освободи свое сердце от всего. Let go of anything in your heart today. Иногда мы что-то слушаем, because sometimes we hear something, но не слышим, but we don't actually hear it. Потому and что it. Наши сердца заняты совершенно другим. Because our thoughts and heart is totally caught up in something Одна else. Одна сестра пришла в общение и слушала слово. There was one woman who came into the fellowship and и she heard the word. И проповедник обратил на нее внимание. And the preacher turned to her and said, и говорит, сестра, and успокойся. Relax. Ты печку выключила, Did you turn out, you turned off и с борщом все будет в порядке. And your borscht will be fine at home. Поэтому, пожалуйста, это не ирония. So it's, this isn't just ironic. Библия говорит, когда идешь в Дом Божий, приготовь сердце свое к слушанию. The Bible says, when you come to the house of God, prepare your heart. Пренебрегая Божьим Словом, мы пренебрегаем им самим. And neglecting God's word, we neglect Поэтому ourselves. Поэтому очень мало сегодня христиан вникают в Божье Слово. Because there's few Christians that actually go into the word of Потому God. Потому что Бог пренебрежение. Because God is above it. Многие говорят, да ничего, я дома могу почитать, зачем приходить сюда. But they have this attitude where I can read the Bible at home. Why Но should I come to church? Но когда ты оставляешь свой мягкий диван, but when you leave the soft couch at home, и все, что тебя окружает, ты приходишь в общение с святых, and everything at home, and you come into this fellowship, Бога это удовлетворяет, и God Бог тебя благословляет. God is pleased by this, and He is blessed by it. Это очень важно. And this is an important fact. Итак, сосредоточим наше внимание. And so we're going to pay attention to the word right Мы сегодня now. Будем говорить о очень серьезных вещах. We're going to talk about very serious matters. То, что сегодня мы будем совершать, это не традиция. And I want to repeat that what we're doing today is not это a tradition. Это не какая-то форма служения. It's not a form of some type of service. Это не ритуал. This is not a ritual. Иисус Христос принес жизнь. Jesus. И жизнь с избытком. Brought us abundant life. Поэтому везде, где Христос говорил, so everywhere where Jesus spoke, Он говорил слова, которые я говорю, He would repeat the words that I say. Они суть духи жизни. They are life and spirit. И это слово мы сегодня слышим. And this is the word that we hear today. И очень важно, чтобы это слово принесло дух в твой дух жизнь. But it's important for this word, for the spirit Потому что of these соединяющийся words to come into you. С Господом есть один дух. Because those who connect with God are one in spirit. Я бы хотел, чтобы сегодня на уровне духа было здесь общение святых. And so on, at that one spirit, we can have fellowship here. Мы же рождены свыше.
We are born again. И мы имеем великую привилегию. And we have a great privilege. Библия говорит, что Христос пришел своим, они его не приняли. The Bible says that Jesus came to his own and they did not receive him. А тем, которые приняли его, but those that did receive him, верующим во имя его, believed on his name, дал власть быть Божьими детьми. And he gave them the authority and right to be children of God. Это те, которые от Бога родились. These are people who were born of God. Если мы Божьи дети, and so if we are God's children, то мы here, сегодня не сироты. Then we are not orphans. У нас есть Отец. We have a Father in heaven who loves us. И мы не просто дети. And we are not just here. Мы любимые дети. We are loved children, not скажи, just any что children. Ты любимое дитя, so say to yourself and to your neighbor, you are a loved child of God. И не забывай об этом, что ты любимое дитя. And don't forget that you are beloved by God. И поэтому Бог сказал, я никогда не оставлю, не покину. That's why God says, I will never leave them nor forsake them. Простите, я даже могу дерзнуть. And forgive me, I may even go deeper. Мы даже дороже Израиля. We are even more sacred than just Israel. Потому что Бог за Израиля дал другие народы. Because for Israel, God gave other nations. А за нас Он отдал Своего единородного But Сына. For us, He gave us His only begotten Son. Это дороже золота или серебра. This is greater than gold or silver. За нас уплочена драгоценная кровь Господа for us нашего was paid Иисуса the blood Христа. Of Jesus Christ. И поэтому мы должны прославлять Бога в телах и в душах and so наших, we need to worship him in our spirits and our bodies. And above all, и Бог сегодня пришел на это место, God came to this чтобы place, свои обетования утвердить в твоем и моем сердце, so that our, his blessings and чтобы promises это не было would be только affirmed, пением, so it would not just be words что мы ранами его исцелились, that я твердо знаю. By his stripes we were healed. We know но this, чтобы это видел в своей жизни, but to see this in your что life, обращаясь к нему, и уходит всякая немощь и болезнь. Focus on him for all that сокрушается всякая власть дьявола в моей жизни, so all the authority of God потому is что over Христос the devil. Провозгласил свободу because в твою Jesus и мою жизнь. Has declared victory in your life. In the name of Jesus, glory to Him. Пусть сегодня дух наш оживет. So let our spirits наша поднимется пред Богом. Let our spirits and song reach out to God. Здесь его особенное присутствие. Because His special presence вот эти символы, вино и хлеб. The symbol here of the wine and они the bread. Они говорят от крови и тела Господа нашего Иисуса Христа. They speak of the blood and the body of Jesus Christ. И дух святой, который обитает внутри нас. And the Holy Spirit that is within every single one of us. He, there's a Holy Бог с нами, here. Мы с ним. Слава God ему. Is with us and we are with Him. Я не хочу утвердить пустое место. I don't want to just take an empty spot. Я хочу утвердить то, что на самом деле совершил Иисус Христос. I want to say what truly Jesus has done. И в чем мы сегодня пребываем. And why we are here today. Это очень важно. And this is so critical. И ему единому принадлежит слава. And to him deserves all the glory. Forever and ever. Итак, мы читаем первое послание Коринфянам, 11 глава. And so we're going to read from 1 Corinthians and the English translations will be on the board. Ибо я самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, которую предан был, взял хлеб и возблагодарил, преломил и сказал, примите, идите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите мое воспоминание. Также и чашу после вечери сказал, сие чаша есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Поэтому, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. So we read from verse 23. For I pass unto you what I received from God himself. On the night when he was betrayed, the Lord Jesus took bread and gave thanks. He broke it into pieces and says, this is my body, it is given for you. Do this in remembrance of me. And in the same way, he took the cup of wine after, saying, this is the cup of the new covenant between God and his people, an agreement confirmed with my blood. Do this to remember me. For every time you drink and eat of this, you are announcing the Lord's death until he comes. So anyone who eats this or drinks this cup of the Lord unworthily is guilty of sinning against the body and blood of the Lord. That is why you should examine yourself before eating the bread and drinking the cup. И так, как я уже сказал, мы сегодня будем говорить о смерти Господа нашего Иисуса Христа. And as I've already said, we're going to talk about the death and resurrection of our Jesus. И то, что мы сегодня имеем, and that what we have today, это не есть просто ритуал или какая-то форма. We are not just performing another service.
Учение Иисуса Христа несло всегда дух и жизнь. The teaching of Jesus Christ was always carried by the Spirit of life. На сегодняшний день вот эти все моменты, которые мы сегодня имеем в нашей жизни, утратило очень большое значение. And I would say many things that we do have in our lives today have lost a lot of significance. Когда Бог касается сердца человека и вселяет в него сердце веру, so for example, when God touches one of us and in him he instills faith. Вы знаете, что вера от Бога? You all know that faith comes from God. Сам по себе человек никогда не поверит. By himself or herself, a person cannot believe. Когда говорится Слово Божье, the word of God says it like this. Вот и это Слово Божье, не буква, а Слово. That this is the word of God, not a letter that kills. Когда оно несет силу в твое сердце, and it carries life into your heart. И ты чувствуешь, что Бог говорит в твое сердце. And you feel and realize that God is speaking to your heart. И в это время вера приходит в твое сердце. And that moment faith comes into your heart. И в зависимости от того, в каком направлении это говорится слово. And depending where the direction of this word is going, если оно говорится грешнику к покаянию, то грешник кается. It may speak to the sinner for, as conviction. Если больному для исцеления, то человек исцеляется. It can speak to a sick person for healing, and that Но person can be healed. Но всякое Божье слово сопровождается верой. But all God's word is directed by faith. Поэтому Павел говорит, вера от слышания, а слышание от слова Божия. And that's why Paul says, faith comes by the hearing, and the hearing comes from the word of God. И очень важно, чтобы вот эта вера, которая от него, она сегодня управляла нашими сердцами. But it's critical that this faith that comes from God that it would guide us так today. Вот, когда грешник приходит, so when a sinner comes, кается, he repents. Следующий этап его жизни это водное крещение. The next step of his life is water baptism. Апостолы когда-то сказали, покайтесь, веруйте в Евангелие. And apostles once said, repent, believe in the gospel. А потом креститесь. And then be baptized. А потом примите дар Святого Духа. And then receive the gift of the Holy Spirit. Водное крещение so water baptism, это не какой-то ритуал или традиция. It's also not just a ritual, к сожалению, очень многие из нас but unfortunately, even many of в свое время here принимали водное крещение. Have received and been water baptized. Но мы так и до конца и не поняли суть этого but крещения. We did not even understand to the end what this meant. Больше всего говорили о том, что мы заключаем завет с нашим Господом. We more talked about the fact that we just enter a covenant with God. Мы недавно об этом рассуждали на разборе. And one time we were just meditating on this word. К сожалению, очень мало людей это интересует. And unfortunately, many people don't see. Простите, но это плачевно. And it is almost sorrowful. Познание истины приводит к свободе. Because knowing the truth brings us to freedom. Если я только ограничился водным крещением за заветом с Богом, if all you've got from that is that it's just a covenant, этот завет всегда будет меня только осуждать. This covenant will only convict you. Потому что я не всегда бываю верен в завете с Богом. Because sometimes we are not always convinced and have faith that we are in a covenant with God. И вместе с тем я до конца не понимаю, что все же совершилось в водном крещении. And then to the end, I still don't understand what actually happened in water baptism. Апостол Павел очень много об этом говорит к римлянам. But Apostle Paul talks a lot in the book of Romans. Особенно в шестой главе. Especially in chapter 6. Он говорит о том, что водным крещением мы соединились с ним в его смерти, в его воскресении. He says that through this baptism we actually unite in his death and resurrection. Через водное крещение грех над нами не имеет никакой власти. Through water baptism sin becomes no longer an authority in our lives. Упразднено тело греховное. The body that we carry becomes dice. И мы уже не должники его. And we are no longer slaves to the sin. И если мы в это не поверим, and if we don't believe this, мы будем находиться в грехах, жить в грехах. We will continually find ourselves in sin from sin. Через грех будет иметь над нами власть. And when we sin, we will feel that guilt, and the devil will have Но a stronghold against us. Сила греха, but the power of sin, она уничтожена. It is destroyed. Кровью Иисуса Христа. By the blood of Jesus Christ. Потому что Христос пришел, чтобы уничтожить Because грех. Jesus did not come just и for no свободу reason, верующим во имя Его. But he came to free us и Библия from говорит, sin. Что мы сегодня не рабы греха. And so the Bible says we are not мы slaves рабы праведности. To sin. We are slaves of righteousness. Для вечной жизни. To eternal life. Слава нашему Господу. And glory to him for that. Аллилуйя. Glory to him. Благословен наш Господь. He is blessed. И я, когда исследую Писание, and when I look over scripture, и все обетования, которые здесь записаны, and all the promises that are written for us. Я часто их цитирую на уровне разума. And many times I just think about it with my logical mind. И исповедую в моем разуме. But I begin to profess it with my mind. Но Дух Святой говорит о том, что мне нужно иметь откровение на все эти обетования. But the Holy Spirit will remind me, you need to have a revelation for these promises. Чтобы эти обетования пришли в мой дух. So for these promises to actually happen in your life. Чтобы они стали частью моей жизни. To become a part of your life. Только тогда я могу входить в эти обетования. Only then you can actually walk into these promises. Хвалиться этими обетованиями.
So with these promises, и эти обетования будут приносить жизнь в мою жизнь. They are supposed to bring life and life into your body. Это очень важно. It's critical for us. Мы духовные люди. Because we are spiritual people. Мы духовные люди. We are spiritual people. Поэтому Бог есть дух. And so God being a и spirit. И я есть дух. And you are a spirit. И Бог хочет с духом моим иметь общение. And God wants to have fellowship with your spirit. И только через общение с ним я могу получать откровение от него. And only when that fellowship is there do you receive revelation. Библия говорит, him. Что Енох ходил с Богом. And the Bible says that Noah walked with God. Наш перевод вот говорит перед Богом, английский говорит с Богом. Russian translation says walking with God, and the English translation скажите, кто сегодня ходит с Богом? Says with God. So who here is walking with God? Это очень важно. It's critical to answer а ты скажешь, каким образом ходить с Богом, постоянно быть на Нем сосредоточенным? And what does it mean to always walk with God? It's to always look upon Him. Последнее время Бог обратил мое внимание на одно выражение. And God recently showed me a phrase that I just got stuck Павел in my говорит, mind. Всегда молитесь. Paul says, always pray. Непрестанно молитесь, всегда Never радуйтесь. Stop ceasing to pray. Always be joyful. Что значит непрестанно молитесь? What does it mean to never cease to pray? А ты скажешь, разве возможно непрестанно молиться? You might say, is it possible to never cease to pray? А вы знаете, что такое молитва? But do you know what prayer is? Большая часть из нас понимает молитва это общение и разговор с Богом. Most of us think prayer is just speaking words to God. Но я хочу сказать сегодня больше. But I want to go beyond that. Молитва это дыхание моего духа. Prayer is the breath of your spirit. Молитва соединяется с вечным духом, который есть Бог. Prayer connects you with the eternal spirit who is God. И он дает жизнь моему духу. And through that fellowship he brings life to you. И постоянно имея молитвенное общение с ним. And constantly having that prayer attitude. А это есть единственное то, что меня сегодня сбережет в этом мире. Actually being connected with God. Если я этой истины не понимаю, but and if you truthfully don't я understand всегда открыт this, для дьявола, you are open to the я devil. Открыт для греха. You're open to sin. Мой разум блуждает. Your mind will wander. И туда приходят разного рода мысли. And you will have all kinds of thoughts that will attack есть мои you. Мысли. There are your thoughts. А есть мысли дьявола больше всего. But there are also the devil's thoughts for you. И наш разум это есть плацдарм. And our mind is that vessel. Где совершаются победы и поражения. It's the battle that occurs between вот здесь война в нашем right разуме. Но когда человек сосредоточен на Боге, его мысли сосредоточены на Боге, поэтому, как Библия говорит, я не могу давать это место дьяволу. Therefore, the Bible says, I cannot give this place to the в моем сердце, в моем духе my есть место heart, всемогущему Богу. Because that place is for my eternal God. Аллилуйя. Простите, я что-то не так сказал? I don't hear any amens. Или это неприемлемо? Is this not pleasing for us to hear? Но ведь когда ты входишь в этот мир, but that's the purpose we are here самое for. Первое очень важно, чтобы открылись твои легкие. The most important thing is for you to open your lungs. Если этого не совершается, младенца подшлепывают по попе. Yeah. Yes. Yes. И только крик младенца говорит о том, что он живой. So in other words, even infants, you know, they will always scream out. But we молитва духовного человека говорит о том, что он живой. It shows that he is alive. So when we are here in the house of God, we need to also exclaim his praises. Это не что-то второстепенное, это основное, это важно в моей жизни. And this is just essential for us to be able to speak out to God, whether here or at home. Отсюда начинается духовная жизнь. Because that's where your spiritual life starts. Мы говорим, Христос воскрес. Because we'll say, Jesus is если risen. Если он воскрес, то мы с ним воскресли. If he is risen, then we are risen with а him. А Павел говорит, что если воскрес со Христом, то горнего ищите, и о горнем только помышляйте. And Apostle Paul says, if this is truly what happened, then meditate on these то things. То есть мы должны сосредоточены быть только на небесном и на нашем and Боге. So we should only be meditating and focused on him. Когда ребенок рождается в этот мир, so, and when a child is born into самое this world, первое, кто его окружает, the это first мама. Person that is there is his mother. Это ее любовь и ее забота. This is her care. И младенец знает свою мать. And the infant knows his mother. Если какое-то время ее нет дома, а потом она приходит, if she left the house and then she comes back a little later, младенец свои ручонки тянет к ней. The infant is longing to go towards her. Потому что в ней он получает абсолютно все для себя. Because from her he receives absolutely everything he needs. Я сегодня просто объясняю на таком уровне. And I'm just explaining on this simple example. Чтобы мы просто поняли наше призвание. For us to just understand our calling. И нашу жизнь во Христе Иисусе. Our life that is in Christ Jesus. Это очень важно, братья и сестры. And this is very important, brothers and sisters. Пусть сегодня Господь поможет нам в этом. So I pray that God would help us to see this. И сегодня вот это служение, к которому мы сейчас будем приходить. And the
covenant and the bread and wine that we're going to do today. Оно имеет очень важное значение в жизни церкви. This has a very critical place in the life of a church. Когда мы читаем то, о чем говорит апостол Павел Коринфянам. Because when we read what Apostle Paul says in the book of Corinthians. А его что-то понудило об этом говорить. Something drew him to say these words. Потому что Коринфянская церковь настолько далека была от того, чтобы вкушать вечерю Господню. Because the church was so far from understanding what this was. А это есть вечеря Господня. But this is the Lord's Supper. Коринфяне сходились. The Corinthians наедались, напивались. They would drink, they would eat. Там были бедные, были богатые. They had the poor and they had the rich. Ну, как обычно, бедным ничего не доставалось. But of course, for the poor, there was never Первые enough. Приходили, объедались. The rich would first come, get their fill. И это был грех. And this was sin. И Павел говорит, это не значит вкушать вечерю Господню. And Apostle Paul would tell to them, this is not what it means for the Lord's Supper. И потом он же начинает объяснять. And he begins to explain how to do this. Что же такое вечеря Господня? What is the Lord's Supper for the church? И вот он говорит, что я принял это от самого Господа. And he himself said, I received this directly from the Lord. Это единственная личность. This is a significant personality. Апостол Павел. Apostle Paul. Который получил откровение о строении церкви. Who received a revelation of how to establish the church. И обо всем том, что должно совершаться в церкви. And everything that should happen within the church. Но я хочу опять подчеркнуть, это не форма, это не ритуал. But again, to underline, this is not just a ritual. Это не какая-то традиция. This is not some type of tradition. Сегодня дьявол хочет увлечь наше внимание с главной истины. The devil always wants to steer us away from the main point, even of Сегодня this service. Сегодня в церквях воюют, какой должен быть хлеб, опресный или кислый. And other churches will argue, what type of bread do we have to use, or what type of wine? Должно быть вино или виноградный сок. Should it be wine or some kind of juice? И целыми годами об этом and рассуждают, for и даже years война they идет на этот почву. Но когда Иисус Христос своим ученикам говорил об этом, But when Jesus talked to his disciples about this, то он не это имел в виду. He was not even talking about that. И вот здесь апостол Павел говорит, что всякий раз, когда мы едим хлеб, Apostle Paul said, every time we drink and eat, мы смерть Господню возвещаем. We are remembering the Lord's death and resurrection. Это есть одна часть назначения вечери Господней. This is one partaking of the bread. Этим служением мы утверждаем то, что Христос пришел в этот мир. Through this service, we are not only remembering, but establishing in our и hearts что он умер за наши грехи. That Jesus did come, that he did die for our sins. И в ранах его наше исцеление. And that through his stripes we are healed. Но вторая часть. But the second aspect of this. Он говорит о нашем достоинстве. He starts talking about our righteousness, Каким our worthiness. Каким образом мы должны это совершать? In what manner do we come before this? И апостол Павел говорит, и так как многие не понимают, что они делают. And Apostle Paul says to himself, he says that many people don't understand what they're doing when they're eating and drinking. Что находятся в болезнях. And that's why they're still stuck, being sick. И немало sick. Умирает людей. And he says, not few are dying. Это очень серьезно. And this is kind of serious. Для меня это очень большой вопрос на сегодня. For me, this is a big question, even Я today. Сегодня с сожалением смотрю на тех, которые сегодня находятся в болезнях. Because I see many people who are found in their sicknesses. В хронических болезнях. Who are in very ill states. Как один из братьев, что значит хроническая болезнь? And one brother says, what does it mean to be in an ill state? Они ее хранят в своем теле, хранят. It's a Russian. Yeah. Can't interpret. И они так это принимают, как вроде бы должное. And they accept their states and where they are in life as И когда normal. Сходятся двое больных, and when two sick people come together, скажите, о чем они говорят? What are they going to talk about? О том, что у кого болит. They're going to talk about who has more pain and what hurts. И вот они хранят. And in this way, they're just in that state. Зачем туда пришел Христос? But then I ask the question, then why did Jesus come? Разве только простить наши грехи? Is it just to forgive our sins? Разве только наш грех взять на себя? Is it just to take our sin and that's it? Абсолютно нет. Absolutely not. Христос пришел. Jesus came. Чтобы взять наш грех. To take our sin. Уничтожить этот первородный грех. To destroy. Number one, to destroy its authority. Который разделял человека с Богом. To destroy it. И второе. And the second thing. Чтобы в ранах его ты и я имел исцеление. That through his stripes you and I would be healed. Если бы мы сегодня не говорили о ранах Христа, а говорили только о крови. And if we only talked about the blood today, not the stripes that healed us. Нет проблем. No problem.
Давайте не будем петь о ранах Христа. Then let us not even sing about the Давайте stripes of Jesus. Давайте мы не будем петь о том, что Он пришел, чтобы нас исцелить. Let us not even talk about the fact that He came to heal us. Давайте мы вообще вычеркнем это. Why don't we just rip this out of the Bible that we, the stripes that heal us? Но в этом вся суть. But this is the point. Вы знаете, что когда Христос был на земле, you know, when Jesus was on earth, Он не всегда ходил по воде. He did not always walk on water. Он не всегда усмирял бури. He was not always calming the seas. That was not his main business. Но к нашему сожалению, он всегда исцелял. But even to our sorrow, he always healed. Он всегда исцелял. I want to repeat that he always исцелял healed. Исцелял абсолютно всех. And he healed absolutely everybody who came. И я хочу нас провести по Писанию, как это он делал. And I would actually like us to look at Scripture to see that he actually did this. Начиная от Матвея. Beginning with the book of Matthew. 4 глава, 23 стих. Chapter 4, verse 23. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях, подчеркивая, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». And Jesus traveled throughout the whole region, teaching in the synagogues and announcing the good news about the kingdom. And he healed every kind of disease and illness. News about him spread as far as Syria, and soon people began bringing all who were sick. Матвея, 8 глава, 16 стих. Chapter 8. Ну и 17 прочту. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, он взял на себя наши немощи и понес болезни. And it says, he cast out evil spirits with a simple command, and he healed all the sick. This fulfilled the word of the Lord through the prophet Isaiah. He took our sicknesses and removed our diseases. 12 глава, 15 стих Матвея. Now we'll go to chapter 12. И последовало за ним множество, это 15 стих, последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех. And many people began to follow him, and he healed all the sick among them. 14 глава, 14 стих. Let's go to chapter 14, verse 14. И выйдя, Иисус увидел множество людей, жалился над ними, и исцелил больных их. Jesus saw the huge crowd as he stepped from the boat, and he had compassion on them, and he healed their sick. Здесь есть еще очень много о чем читать. There's so much more that we can read about exactly Скажите, this. Христос изменился. And so the question today, are we, Написано, увидев больных, are we worshiping a different Jesus? Как вы думаете, сердце Бога сегодня наполнено жалостью тем, которые сегодня страдают от болезни? How do you see God's heart towards the sick today? Или он сегодня радуется нашим болезням? Is he just rejoicing over our sicknesses? И говорит, так тебе и надо. And he says, this is exactly what you need. Грешить не надо. You should stop sinning more. За дьяволом не будешь ходить. You should not walk after the devil. Пострадай немного. You should suffer a little longer. А потом еще подумаю. And then I will think about whether I want to change my mind, whether to heal you or not. Бог не такой. God's heart is far from that. У него сегодня есть жалость. Today he has a strong jealousy to heal us. Я специально сказал о том, что мы сегодня имеем новый статус. And I say that because we have a new status today. Я часто это повторяю. We have a new condition. Адам в Едеме. And I repeat this often, Adam имел общение с Богом как с Творцом, потому что он был творением. In the garden had a relationship with God as creator because he was the creation. Через жертву Иисуса Христа. Through the sacrifice of Jesus Christ. Наш статус изменился. Our condition has changed. Мы не просто творение. We are not just a creation мы anymore. Мы его дети. We are his children now. Любимые и драгоценные дети. We are the beloved children and blessed of God. У кого есть дети? Whoever has children here. Зачем вы молитесь, когда они болеют? Why don't you pray when they are sick? Зачем вместе с ними вы страдаете? Or why do we pray? Why Пусть do we suffer? Болеют. Do you have that attitude toward your child where и you say, те, которые непослушны. You should still suffer with this fever. Может, гонор так, или песь какая-то укротится. Maybe you'll stop complaining about some things. Нет. No, that is not the attitude Мы that parents любим should наших have. Детей. To our children, we do not act like that. Отцы, вы даже ничего за них не отдали. And fathers, you did not even give anything up for them. Вы только приняли чувство отцовства. You've just received the fatherly heart and feelings. Но вы не страдали как матери. But you did not, you don't necessarily suffer like the mother пролита. Suffered.
Her blood was shed. Но вы любите своих детей. But you love your children. И молитесь, Господь, исцели моих детей. And you pray, Lord, heal my child. А как Бог смотрит на нас? But how does God look at that? Почему мы Бога представляем вот таким злым? Why do we portray God as an evil person? Ненавистным. Somebody who does not, who resents us. Если Бог нам дал эти чувства, if God gave us these feelings for our children, какими чувствованиями сегодня обладает наш Господь? Then what kind of feelings does God have as a heavenly Father above all children? Несравненно больше. So much greater than the feelings we experience. Than we experience. Но вы знаете, единственная валюта в Царстве Божьем. But, and you know the main. Мы здесь можем операцию сделать за хорошие деньги. Sometimes here in America or here we can make perform a surgery. Принять какое-то лекарство дорогое. We can perform something. Но это в этом мире. But this is in this life. Но в Царстве Божьем своя валюта. And in the, but in the kingdom of God there's other. Это не золото и не серебро. There's other money or funds that can pay for something. This is faith. Потому что только верующему все возможно. Because only to him who believes, all things are possible. А ты скажешь, а где же взять ее? But you will say to yourself, where do I get this faith? А мы уже сказали, общайся с источником веры. We already said this. Begin to fellowship. И вера, которая от него, она будет приходить в твое сердце. Begin to fellowship with the eternal spirit, and Потому he who has the Бог faith говорит, gives it to you. Будет говорить свое слово в твое сердце. Because he will begin to speak his word into your heart. И эта вера, она будет побуждать к тому, чтобы освобождаться. And this faith will begin to grow and stir you into breakthroughs. От греха, от болезни. From sin, from sickness. От всякого рода from every type of bondage or scheme of the devil. Ты верой будешь противостоять ему. Your faith will begin to resist him. И это очень важно быть убежденным в жертве Господа. And that's why it is so important to understand and be affirmed in the Нам death нужно до конца and resurrection. Понять, зачем Христос умер и воскрес. And that it's important for us to know why did Jesus come, die and resurrect. Большей частью мы говорим о прощении грехов. Most of the time we just talk about the sin atonement. И то многие даже до конца не верят. And even to that, many people don't fully believe that. Очень многие дьявол преследует, мучает The унынием. Devil continues to torture many of us. And keep И очень us guilty. Многие христиане разочаровываются в своей жизни. And many Christians will be miserable and just give up on their lives. И даже уходят от Бога. And they will even walk away from God. Потому что до конца не приняли жертву Иисуса Христа. Because they didn't understand what actually happened with the death and resurrection. Поэтому очень важно сегодня понять эту истину. So it's important to understand this truth today. Итак, апостол Павел в этом в Коринфяне, где мы сегодня только прочли. In the same place where we just read in Corinthians. Здесь написано 29 стих. In verse 29. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. It says, so anyone who eats or drinks of the cup unworthily is guilty of sinning against the body and blood. Но прежде всего я хочу прочесть это 1 Коринфян 10 глава. But before that, in verse 10, стиха. Chapter 16, verse 10. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? In that scripture it says basically the body that we partake of, is it not fellowship with the Lord? Итак, через вечерю мы соединяемся с кровью Христа. And so through this supper, through this remembrance, we are connecting with the blood of Jesus. Потому что до благословения это просто символы. Because until the blessing of it, Когда мы благодарим these are just за эту чашу, мы верой принимаем уже не как символ. When we talk about this cup, we are not just talking about it as a symbol. И Павел говорит, чаша, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? But it's a connection with the blood of Jesus. Он здесь не говорит о символе. He's not talking about just the symbol Он конкретно here. Говорит о крови Христовой. He is talking sincerely. И мы соединяемся с его кровью. About the blood of Jesus that connects а with его us. Кровь свята. And his blood is holy. И эта кровь очищает. Очищает нас от всякого греха. And this blood forgives us and frees us from all type of sin. Абсолютно. From everything. И человек имеет дерзновение. And a person has that zeal. И второе, хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? And then it says, the bread that we take, is it not the body of Christ? Мы соединяемся со Христом. We are connecting ourselves with Jesus. С его телом. With his body. В котором нет немощи и болезни. In whom there is no sickness. Проблема сегодня церкви в том, and our problem sometimes is a church, что мы не признаем правильного значения тела Христова. Is that we do not recognize the real truth and meaning of the body of Jesus. К сожалению, когда
заканчивается вечеря. And unfortunately, when this service ends, и некоторые выходят и говорят, and some will walk out and they will say, хлеб не был допечен. The bread was not cooked thoroughly. Хлебкой был. It was a little lacking. Скажите, на что люди обратили внимание? And I want to ask, what did people pay attention to by saying that? На тело, которое было растерзано? On the body that was that hung on the cross? На раны, в которых наше исцеление? On the stripes in which our healing are? Да нет, мы ограничились этим обрезником. We've completely looked at it something else. О каком исцелении можно говорить? What kind of healing can you talk about when you're talking about the bread? Нас раньше так учили. Before they would teach us in this way. Быть достойным участвовать в вечере. To be worthy to partake of this. Это себя приготовить. It's to prepare yourself. Покаяться. To repent of your sins. Примириться. To go talk and forgive Простите, everybody. Простите, постель поменять. To go change the sheets, Я in other words. Я знаю такие ритуалы. I know these rituals. И часто вечеря приходит в ритуал, and often традиции. This becomes a ritual, some type of religious form. А некоторые просто приходят всего традиционно, но так в церкви заведено, первое воскресенье вечеря. And it's the first service of the month, and so people are so used но to it. Но потеряно значение тела Христова. And without really looking at it and taking it seriously, they consider it just something familiar that happens. Что значит? And if we continue to do this, we need to understand достойно. What does it mean to partake worthily? Вы знаете, звонят. You know, people make Слушайте, у вас будет великий человек. Make phone calls and they say, listen, you are going to have a great man Пожалуйста, of God. Примите его достойно. Please receive him worthy. Достойно worthy его чина. Of his weight. Receive him worthily. Вы должны знать, что приготовить на обед. You need to start knowing what to prepare Вы for supper. Вы должны знать, где его положить. You need to know where he's going to sleep. Это не мое достоинство. This isn't my worthiness. Это достоинство моего гостя. But of my guest. И апостол Павел говорит, что вы недостойно принимаете тело Христа. And Apostle said, you are not worthily Вы на него partaking. Не обращаете внимания. You are not paying attention to him. Вы пред этим телом не благоговеете. You are not being filled and understanding Вы даже what the не body понимаете, means. Что в этом теле твое и мое исцеление. You don't even understand that in this body is your healing вот and my что healing. Значит значение. And this is what it means. Я понимаю, что такое тело. Я знаю, что кровь Христа для прощения грехов. When it talks about being worthy, и я в этом убежден. Подними руку, кто не убежден. Кто не убежден? And I say, raise your hand who is not убеждены. Convinced. All of us know. И поэтому мы свободны в грехе. And that's why we греха, когда мы каемся, если делаем. We are free from our sin, even when we sin. Но вторая сторона. But the second aspect of this. Если я правильно принимаю тело Христа If как обрезок, receive it worthily, с достоинством, with worthiness, потому что не просто его побили, because they did not just beat Jesus and crucify чтобы показуха him, была, вот меня побили, just for Jesus to say, oh, they've hurt me and beat me. А вы знаете, что там ребра были видны? But and do you realize that his ribs were visible? И легкие были видны через это. Эти ребра. And they say you could see his lungs through Потому the ribs. Потому что тело, оно было настолько истерзано, там такие большие because были раны. Because the body раны. Was so stripped of the flesh. Зачем? Why was it done? Чтобы ты сегодня я был здоров. So that you would be well today and I would be well. Как важно сегодня. How important it is today. С достоинством это делать. To understand. С полной верой написано. To do this with full measure and Христос worthiness. Христос есть Пасха. The Lord is my shepherd. Он закланный за нас. He is for us. Израиль выходил из Египта. When Israel walked out of Egypt. Там не было больных. They had no sick among them. Моисей сказал, заколайте ангца. Moses said, let's make a sacrifice of a lamb. Кровью помажете косяки дверей, We're и пройдет ангел-губитель. And put it on every doorpost. А тело его скушайте. But eat the body of the lamb. Израиль был неверующим народом. Israel was not a believing nation. Он 400 с лишним лет вообще никаких жертв не приносил Богу. For 400 years they brought absolutely no sacrifices Он to God. Он жил среди язычников. They lived among Gentiles. Но пришла вера. But all of a sudden faith came. Он увидел казни, которые Господь совершил над Египтом. He's seen the miracles that Jesus had done, И он the Lord поверил. Had done. And they believed. Что если я помажу косяки дверей, ангел-губитель пройдет мимо. And the angel of death will walk past me. Кушать, and if I eat it, ангца, the body of the lamb, что-то произойдет. That something will occur and happen.
Если я буду есть этот опреснок, and if I take this without worthiness, without understanding, or if I do take it, простите, then you must understand something знали, should happen. We don't necessarily know everything. Сказал, they did not know what would happen, but Moses said, eat all of it so nothing would be left to morning. Поем, and when they heard that word, to go, ощутили, they were not disappointed. Простите, может, they felt something when they did all these things. They got up in the morning and just walked. Бедная старушка под 100 лет вдруг выпрямилась, горб куда-то ушел. Okay. So people began to get healed. Слепота ушла. All of a sudden the blind could see. Я верю в Слово Божье. I believed in the word of Написано, God. Не было больных в коленах. And it's written that nobody was sick among а them. А раз не было больных, там не было слепых, хромых, горбатых. Meaning nobody was blind, вы верите nobody в это или не верите? Do you believe this or not? А? Или это чисто такое словцо? Or was this just a nice word that they put in there? Господь, целитель по сути. And so God can do this through Он for Иегова us. Рафа. He is our healer. У него два занятия, прощать и исцелять. He has two, you could say, jobs to Сегодня время forgive благодати. Us and to heal us. Иди, Бог тебя простит. And so if you go, God will forgive Поверь, you. Он тебя исцелит. Believe and he will heal Сегодня you. Это время. Today is that time. Не слушай того, который сейчас сидит на ушах и говорит, в моей практике не так. And don't listen to somebody or on your shoulder where you, the voices in Есть your head одна истинная that say, in практика, my experience, это Евангелие. Where you say, in my experience, I have not Божье. Experienced this. Но But то, the word что мы of God переживаем в нашей практике в этом мире, and it's не not всегда our есть experience. Истина. The things we experience in this Если life are not always the truth. Божье слово, because if you do believe God's word, Христа, and you will receive this word with understanding what it means, изменится. Then something will change in your life. Израиля, and there was a moment in the life of Israel роптали, when they complained excessively. They brought up Aaron against Moses. And they said, we are sick of all the food you've given us and everything else. And then God sent snakes to them. И очень написано, много народа погибло от And it says that many of them died from these snake bites. И Моисей возопил к Богу. And Moses cried out to И Бог сказал, сделай медного змея. And God said, make one snake, raise it up as a sign. И всякий, который с верой взглянет, And everybody who looks at it with faith будет жив. Will live. Знаете, я допускаю такую мысль. And I let this thought come to me. Не все с верой туда смотрели. Not everybody looked at that snake with faith. Но те, которые с верой смотрели, faith, они оставались живыми. Сегодня то же самое. Сегодня не змей на шесте. Сегодня Христос уже не распятый, а на престоле небесного Отца. Сегодня всякий, взглянувший на Него с верой, faith, Он принимает He receives не только прощение грехов, not just forgiving your sins, но исцеление от всякой but немощи, healing болезни. You of all your diseases. Взглянув с верой, if you look at him with faith, не бойся сегодня приходить. Don't be afraid to come today. Приступать к вечере Господней. To step to the communion. Это вечеря Господня, это не наша. This is the Lord's supper. It is not our supper. И оно имеет глубокое духовное значение. And it has a very deep spiritual meaning. И я сейчас буду молиться. And right now, as we чтобы are going to pray, Дух Святой открыл наши духовные глаза. I will pray that the Holy Spirit would open our eyes. Проблема. But there's one problem. Если я неправильно это делаю, if I don't do this right, многие больны. Many sick. И даже умирают. And even dying. И это не причина Бога. And this is not God's fault. Это моя причина. This is on me. И Бог сегодня призывает. And God is calling us today. Приди. He says, come. И прими то, что ты имеешь в жертве Сына. And partake of what you already have through the resurrection and the crucifixion of my Son. Давайте мы поднимемся. And so let us stand to our feet right now. Благословенно имя Твое, Господь. Father, blessed is your name. Мы поклоняемся Тебе и славим Тебя. We worship you and we honor you. Мы благодарим Тебя, Отец, за жертву Сына we thank Твоего you for Иисуса the Христа. Resurrection and crucifixion of за Его Jesus, святую пролитую кровь. For his glorious blood, в которой наше прощение грехов. Father, where our healing is found. Мы благодарим Тебя, Отец, we thank you, Father, за тело Сына Твоего, for the body of your son, Jesus, которое было избито
which was bruised, изуродовано, which was casted out, на которого ты возложил все наши немощи и болезни, put all our infirmities and sickness upon him, в ранах которого сегодня наше исцеление. In his stripes we are healed today. Дух Святой, Holy Spirit, я призываю, I call you, особенно Твое присутствие на этом месте. Говори сегодня в сердце Твоего народа, Господь. Пусть это обетование станет жизнью, станет частью Твоего народа, Господи. Покажи, что Слово Твое живо и действенно. Господи, покажи то, что Ты никогда не изменяешься. Lord, show us that you have never changed. Ты тот, который ходил по земле и исцелял всякую немощь и болезнь. You are the same who walked on earth healing all. И Ты сегодня тот же присутствующий Духом Святым на этом месте. And you are here with your Holy Spirit today. Сила Твоя не истощилась. Your power has not changed. И любовь Твоя вечна. And your love is eternal. И мы Тебя за это благодарим. And we love you and thank you for this. Мы открываем наши сердца для Тебя. We open our hearts to you. Пусть вера, которая от Тебя придет в каждое сердце. Let the faith come into every heart, да увидим, познаем могущество силы Твоей. That we would know the glory and power. Мы просим Тебя, Отец, we ask you, Lord, во имя Иисуса Христа. In the name of Jesus. И мы благодарим Тебя за это вино, за эту чашу. We thank you for this wine, for this мы cup. Благодарим Тебя за этот хлеб. We thank you for this bread. Пусть это сегодня будет олицетворять Твою кровь. Let this represent your blood и Твое тело. And your body today. Во имя Иисуса Христа. In the name of Jesus. Аллилуйя. Господи, мы благодарим Тебя, Father, we thank you, за этот опреснок, we thank you for this, за хлеб, который сегодня символизирует Твое тело, for the bread that represents your body today, которое было изранено за наши грехи и беззакония. Which was bruised for us, God, for our sins. Ты телом своим вознес наши грехи на древо. With your body, Lord, you brought our sin on the cross. И в ранах Твоих наше исцеление. And in your stripes we are healed. Мы были как овцы блуждающие. We were just orphans, Lord. Но возвратились к Тебе, пастырю блестителю душ наших. Our pastor, и мы Тебя за это благодарим. And we thank you, Lord. Господи, благослови сегодня каждое сердце, Father, bless every heart in this place, которое будет принимать этот опреснок. Which will partake of this. Пусть это будет в Духе нашем. Let this be in our spirit, тело Сына Твоего Иисуса. The body of your Son, чтобы нам Jesus, с верою соприкасаясь с этим телом, so that with faith we would connect to you, которое было полно в сил и здоровья, so we would be full in abundance, чтобы это вошло в нашу немощь, so that this would walk into our infirmities, и ушла всякая немощь и болезнь, and would remove all infirmities во имя Иисуса Христа. In the name of Jesus Christ. Да будем мы здоровы, may we be well and whole, по Твоему Слову. By your word. И мы Тебя за это благодарим. And we thank you for this. Ты есть Бог наш. You are our God. Аллилуйя. Glory to you. Аминь. Amen.
Всякий раз, когда мы едим этот хлеб, прежде всего мы возвещаем смерть Его. Смерти Господа нашего Иисуса Христа. Прощение грехов. И наше исцеление. Он умер. Благодаря нашим всем болезням, которые Он взял на Себя. И благодаря нашим грехам. На кресте было мое место и твое. Но его занял Сын Божий. Чтобы мы сегодня имели радость в Нем. Имели исцеление. Имели жизнь с избытком. Чтобы это не было просто фраза. Но чтобы это так и было в законном. Во имя Иисуса Христа. Благослови нас, Господь. Lord, bless us today. Испытывай свое сердце. And examine your heart. Отдай должное телу Иисуса Христа. That you would understand and give your heart to Jesus. Ты подарил мне радость, ты подарил мне жизнь. Тебя, Иисус, я славлю за то, что искупил. Received it, you can raise your hand. Мы молимся. We will pray. Отец. Father. Мы благодарим за кровь Сына Твоего Иисуса Христа, которое было пролито за грехи и беззакония наши. Мы благодарим Тебя, Господь, за эту чашу и за это вино. Благослови сегодня наше сердце принять как кровь Сына Твоего, соединяясь с Ним, чтобы быть одно. Пусть это вино верою произведет свою работу в наших сердцах. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Да будет имя Твое благословенное. Во веки веков. Аминь.
Братья и сестры, поднимите руку, кому еще, кого еще вино не дали. Brothers and sisters, raise your hand higher if you have not received it yet. Пока там будут еще раздавать. Я прочту, Иоанн говорит так, в первом послании, вторая глава. First John, chapter 2. Он говорит о помазании, которое мы сегодня имеем от Господа. From the Lord. И он говорит, что помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает. He says, the anointing that you have received from Him, it lives in you. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. So that you do not have a need that somebody would teach you. Но как самое это помазание учит вас. But because this anointing teaches you. Оно есть истинное и не ложное. Because it is the truth to you. То, чему оно научило вас, в том пребывайте. So that which it taught you, abide in it. Итак, дети, пребывайте в нем. And so children, abide in him. Когда он чтобы когда он явится, иметь нам дерзновение appears, passion, и не постыдиться пред ним пришествия его. Если вы знаете, что он праведник, you know знаете, man, что всякий, делающий правду, рожден от него. Know that everyone who does good is born of God. Иоанн говорит о помазании. John is talking about the anointing. Мы приняли помазание Духа Святого. We received the anointing from the Holy Spirit. О котором Христос сказал, что он научит, наставит и будущее будет возвещать. So that Jesus said that when he leaves, that anointing and that spirit will teach us. И мы даже не будем иметь нужды, чтобы кто учил нас. We won't even have a need that somebody would need to teach us. Но это помазание должно нас учить.
But this spirit, this anointing should teach us. Оно должно нас учить во всех случаях жизни. It should teach us in all our walks, in all our ways. Часто мы не понимаем, как поступить, что сказать. Because sometimes we don't know what to say in a certain situation. Обращаясь к этому помазанию, but turn to that spirit and anointing. Оно начинает нас учить. And he will begin to teach you. И мы будем научены все Господом. And we will be all taught of God. И будем говорить одно. And we will all say one. Потому что научены от одного источника. Because we will all be taught by one instructor. Сегодня очень многие ищут людей, чтобы их научили. But many people seek some a teacher, somebody to teach them. Простите, сколько людей, столько мнений. But forgive me, there's many people, so there will be many different thoughts and opinions. Один. But the Holy Spirit, He is Бог one. Один. God is one. И у него есть только одно мнение. And He only has one opinion and и one это важно. Understanding, and it's important. Когда научены все Господом, when we are all taught by God, пребывают в нем, when we abide in Him, тогда приходит единство. Then unity will come. Тогда приходит мир и согласие. And unity comes, and это Божье присутствие. This is God's presence. Давайте мы поднимем руки. Let's raise our hands one last time. Let's praise Him right now and thank Him. Благословенное имя Твое, наш Отец. Father, Your name is blessed. Мы благодарим Тебя за могущество силы Твоей, за Твою вечную любовь и милость, которую Ты сегодня простираешь ко всем живущим на этой земле, и особенно к тем, которых Ты однажды призвал в свое дело. Помоги нам пребывать в Тебе. Помоги всегда радоваться, непрестанно молиться. За все Тебя благодарить, ибо в этом воля Твоя, святая Господь. Благослови сегодня сердце Твоего народа, чтобы Твой народ не унывал и не изнемогал, чтобы он приходил к престолу благодати Твоей, обретая милость, получал благодать для благовременной помощи. Во имя Иисуса Христа, Господь, да будет имя Твое благословенно. Именем Твоим я сегодня благословляю народ, стоящий пред лицом Твоим. Дабы всякий, который уйдет с этого места, он пережил особенное Твое явление, Твое присутствие. Потому что мы были на Твоей вечере. Мы вкушали Твою вечерю, Господь. А Твоя вечеря сладостна. Она всегда приносит избыток. Она приносит мир, она приносит радость. Господи, она укрепляет дух наш. Исцеляет немощи и болезни наши. Это Твоя вечеря. И мы благодарим Тебя за это. Мы славим Тебя, мы превозносим имя Твое. Мы поклоняемся Тебе, живому Богу. Ты один Бог, достойный славы, чести и поклонения во веки веков. Аминь. Давайте воздадим Богу славу. Let's give him one more round of applause.